Так, обзор меню на борту. Бутеры по 4,50. Это не знаю, что такое. Да, газировка 2,50. Кофеек 2. Самое главное, специальное предложение. 2 пива и орешки. 8 евро. Like this, tightened by pulling the strap and unfastened by lifting the upper flap and pulling the belt apart. Ukoliko u toku leta dođe do iznenadnog ubitka pritiska u kabini, maske za kiseonik automatski će ispasti iz odeljaka iznad vaših sedišta. Выглядеть. Ну тут так. Наверное, так. Сейчас попробуем. Кто прибыл на землю сербскую? Бельград. Здесь продается пиво наконец-то. За ним не надо идти час пешком в магаз единственный на районе. Да, полтора часа на самолете, и все нормально. Цены. Я получил какое-то бабло, не знаю. Это, короче, 50 евро. Вот так вот выглядит. Так, это вот аэропорт. А здесь такое ощущение, что мы попали в какой-то, ну, такой город. Странно все как-то выглядит. Пока что ощущение, конечно, так себе. Что-то какие-то поля. Бормочка. Второй ребенок то же самое сейчас что-то делал. А ты что, фотку делал? Я, конечно, фотку делал. Ну ты это... Что, старовер, да, что теперь? Это что, сыр? Да, это типа как котлета по-киевски направляют. Гуляш. Короче, фишка это Белграда, что обязательно должна быть джакузи рядом с, как сказать, кроватью. Вот, и обязательно должна быть прозрачная стена у душа. Вот. Едем с Ксюхой лечить зубы. Вот, потому что зубчик разболелся. 89 динар. 90 минут. Выходим в Излас. Вот, я что говорю. Короче, мы ехали на вот этом троллейбусе, вот, 29-й. А прикол в том, что прям за ним едет еще один 29-й троллейбус. А сделано это вот для чего. У многих людей здесь скидки на общественный транспорт. Ну, типа, пенсионеры бесплатно ездят, у студентов там какая-то своя фишка. И, короче, в автобусе нельзя купить билетик. То есть ты деньги суешь, а он тебе говорит, типа, извините, ну, как вот только карточка оплата. Ну, я не знаю, у меня есть грузинская карта, конечно, но там есть лари и доллары. Но я не знаю, по какому курсу будет списываться, поэтому я считаю, что не стоит платить, если они не берут наличку. Вот. И прикол в том, что здесь... У них были бы хотя бы паркоматы, где ты мог бы за наличные и за безнал купить билет. Да, в итоге здесь никто не покупает билеты, ну, из тех, кто приезжает, и, ну, туристы. Потому что даже если придет контролер, то он тебя просто высадит, а прям за тобой едет еще один такой же автобус. То есть ты просто выходишь из одного, садишься во второй, и все, едешь дальше. Нашел по привычке шаварма хаус. Смотрите, какое тут есть блюдо в меню. Рич-бич. Ну, я подумал, что Ксюха после стоматолога все равно есть не сможет. Ну, вот, мы приехали и зубик полечить. Ну, типа, он разболелся. Вот, взял, типа, светлый пивасик и мега-большую шаву. Все вместе 690 динар, 470 рублей. Мне кажется, это ни разу не дешево. Не уверен, что у нас это столько стоит.
Ну ладно, попробуем. Ну, надо сказать, что она достаточно вкусная и просто огромная. То есть вот, вот такая толщина, ширина, да, и там много всего. Куриное мясо, бекон, овощи всякие, сыр. Нормально. Возможно, это последнее видео, потому что здесь, может быть, что-то произошло. Это вообще пешеходная улица, но тут почему-то нет людей, хотя сегодня суббота. Вот, и, в принципе, по идее, все должны здесь шляться, наверное. Ксюха решила бухнуть прямо на улице. Говорит, нет сил удержаться от хоум-мейд раки. Давай. Что, не обниться, главное? Ага. Жуть. Ты точно это хочешь сделать? Помнишь, как тебя вчера это с глинтвейна размазало? Для аппетита, да? Да. Ксюху только, короче, привези в Сербию. Смотрите, что нашла. Я говорю, Ксюха, еще даже полудня нет. Ну, точнее, сейчас часа два. Или три, да. Ага. Ладно, давай. Что? How to say за здоровье? На здоровье. На здоровье, на здоровье. Так yes. Это наше слово на здоровье, господи, что ты спрашиваешь? О. Окей. Is it good? Actually, it's delicious. Блин, не успел, ушел. Ну, он сейчас понизу, наверное, будет. Это размер Ксюхи и размер котлеты. Все заценим. Называется плескавица. А у меня называется мучкалица. Нормально. Ну вот, ты можешь взять батон и сделать себе бургер. Модный подлет. Лестница. Ну, так пойдем. Что за река? Дунав? Да это, наверное, еще Сара. Сава. Сарочка. Между прочим, местный этот священный человек. Святой, да. Чё, что-нибудь придумаем. Идем, короче, в новую крепость. Вон к тому мужику. Дорожка прикольная, там такой подъем интересный, закручивающийся. Плавненько поднимаешься, приятно. Да, начинается подъем затяжной. Ну, мы с вами не торопимся, нам главное видосик заснять. Да, что торопиться. Туда. Все, заходим прям в сам склеп. Как это называется? Замок. Замок? У замок должны быть какие-то жилые апартаменты, мне кажется. Дорога в кафе. О, вот это двери. Во, мы добрались до мужика. У меня даже практически нет одышки. Тут моя Ксюха, вот тут вот. Жую жареную кукурузу с солью. Думаю, хорошо, что не взял с чили. Так, мы лезем в какую-то крепость за 50 динар. Довольно-таки тут низенько, надеюсь, не жахнется. Так, потратил полтос, чтобы показать вам вид отсюда. Вот наши с Ксюхой апартаменты. Это наш сосед.
в этом, как его, в Белграде. Вот, значит, спускаемся вниз. Сейчас пойдем разводить огонь, ну, чтобы там... приготовить еду. О, боже, давай, давай. Че? Да, это все вот наши соседи были, с которыми мы вместе живем. Вот. Сейчас вот идем в нашу опочивальню.